Пенсионеры Восточно-Казахстанской области могут поправить свое здоровье с помощью шунгитовой терапии. Санатории Шемонаихинского района заработали новые процедурные кабинеты. Наряду с уже действующими лечебными комнатами отдыхающие могут испытать и совершенно новые методы профилактики для восстановления своего здоровья. Асия Мутешева расскажет подробнее. Санаторий на 200 мест расположен на живописном берегу реки Уба в селе Выдриха. В общем, в комплексе лечения широко используются природные факторы. Здесь имеются лечебно-диагностические кабинеты, массажа, ЛФК, физиолечение и многое другое. А недавно в учреждении установили новые процедурные кабинеты солевой и шунгитовой терапии, а также обновленное оборудование в виде четырехкамерной гальванической ванны. Аппарат — четырехкамерная гальваническая ванна. Аппарат действует на опорно-двигательную систему, успокаивает нервную систему, варикоз, судороги, онемение. Циркулирует кровь, расширяет сосуды. Погружаем человека руки, ноги и даем ток через пластины, проходит ток, идет легкое пощипывание. А пребывание в шунгитовой комнате способствует восстановлению нервной системы и обновлению организма. Такой кабинет единственный в стране. Шунгит – это природный материал, камень, который обладает живой энергией. Обновляется организм человека, восстанавливается его энергия, состоит из частичек фуллеренов. Фуллерен – это космическая пыль. Оно стимулирует человека к скорейшему его выздоровлению. Здесь восстанавливают свое здоровье люди со всей области. Пенсионеры, ветераны войны, матери-героини, люди с ограниченными возможностями, передвигающиеся самостоятельно. Отдых длится 12 дней. И все абсолютно бесплатно. 85-летний Иван Литвинов приезжает в санаторий во второй раз. Помимо лечебных процедур и сбалансированного питания, мужчине особо нравится время досуга. Я живу один, поэтому здесь я питаю общее настроение, общий дух, общее такое состояние своего поколения. Основная цель – это не вылечить человека. Человек, он с годами накапливает болезни свои. И приезжая сюда, они рассчитывают за 10 дней вылечиться. Здесь нет, они, конечно, ошибаются. Но получить профилактику, значит, пройти профилактику, подлечиться, да. Ежегодно здесь отдыхают и принимают санаторное лечение около 6 тысяч человек. В планах у руководства провести капитальный ремонт здания, построить бассейн и принять на работу еще 50 человек. Асия Мутешева, Берік Жобалайұлы, Хабар 24, Восточно-Казахстанская область.